Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают и не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают и не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну и так далее. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я покажу вам, как играется песня «Остров невезения». Вот. Ну, я давно уже задумал ее снять. Я думаю, сейчас самое время. Даже небольшое такое вступление сделал. Там играет саксофон. Вот. Ну, сама песня звучит в тональности, по крайней мере, начинает звучать в тональности фа диез минор. Фм-диез. Вот. Значит, нам здесь нужно просто будет поставить каподастер на первый лад, либо просто ничего не ставить, без каподастера сыграть в обычной тональности Е-М. Ну и небольшое вступление я сделал. Давайте начнем со вступления. Зажимаем аккорд Е-М, 5-я, 4-я на втором. И в правой руке мы играем 6-я, 5-я и 4-я, 3-я, 2-я, 1-я одновременно. Дальше вот такая вот идет мелодия. Четвертая на втором, четвертая на четвертом. Можно сыграть легато, либо просто каждую ноту извлечь правой рукой. Четвертая на втором, на четвертом. Третья открытая, третья на втором и вторая открытая. И дальше аккорд С. Вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. И мизинцем зажимаем вторую на третьем. И играем сначала вниз. Пятая, четвертая, третья, вторая. Потом четвертая. Отсыпаем мизинец. С остается. И два раза третья со второй. Потом четвертая, третья, вторая, третья. Что у нас получается. Потом аккорд F, фа мажор, баре на первом, третий на втором, пятый, четвертый на третьем. И здесь мы играем шестая, четвертая, третья, вторая. Третья, четвертая, третья, шестая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, третья, и потом мизинцем четвертая на четвертом постарайтесь вот предыдущие пальцы оставить. Потом зажимаем H7, но не полностью, без первой струны, только четвертая на первом, пятая, третья на втором. И еще первая на первом. То есть нам нужно баре такое зажать на первом ладу с четвертой струны, все струны. Здесь пятая на втором и третья на втором. Чтобы вторая была на первом ладу. Либо вот так, пальцами по очереди. Четвертая, вторая на первом, первым-вторым пальцами. И пятая, третья на втором.
здесь мы играем 5, 4, 3, 2. Потом 3, 4, 3. И опять 4 на 4. Еще разок медленно, полностью все вступление. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, третья и четвертая на четвертом. И дальше идет песня. Весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Ну, здесь сразу нужно с ритма начать. Значит, первый аккорд у нас ЕМ, пятый, четвертый на втором. Такой у нас будет ритм. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Весь покрытый зеленью, я не есть. Ну, легче будет сыграть вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Запоминайте ритм: вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз и пауза. Вниз, пауза, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, пауза, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Играю вот такой ритм. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть все время по очереди, главное акценты. Значит, акцент, 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 там, 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 там. Такая небольшая самбо получается. Раз, два, три, раз. Два. И еще медленно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз. Ну, это ритм босса новое. Вот, я думаю, для вас он будет, может быть, немножко необычным. То есть мы его считаем вот как. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Вниз, вверх, 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 вниз, вверх. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно есть. Вот. Ну и теперь аккорды. Я думаю, с ритмом у вас все получится. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Либо вот такой вариант, либо вниз. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вот так играется босса-нова. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Ну и теперь аккорды. То есть там идут куплеты, припева отдельного нет, но с каждым последующими, значит, двумя куплетами меняется тональность, делается повышение, модуляция. Модуляция – это когда мы вот играем, например, модуляция делается при помощи барре. Вот я играю. Сначала покажу аккорды. ЕМ, потом H7. В океане есть. H7 – это четвертый на первом, пятый, третий, первый на втором. Здесь же поем весь покрытый зеленью. Потом ЕМ – абсолютно весь. Потом Е. То есть к Е мы добавляем третью на первом, пятый, четвертый на втором остается. Весь покрытый зеленью, потом АМ, абсолютно весь. И здесь же АМ, весь остров, потом ЕМ, потом H7 и ЕМ. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Таким образом. Ну, еще разок, проиграю вам аккорды. Весь покрытый зеленью,
где М. Аж 7 в океане есть. Остров невезения. Еще разок. Весь покрытый зеленью ЕМ. Абсолютно весь аж 7. Аж 7 опять. Остров невезения ЕМ. В океане есть. Потом Е. Остров невезения. Потом АМ. В океане есть. Потом опять АМ. Весь покрытый ЕМ зеленью. Аж 7. Абсолютно. И ЕМ весь. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Ну и сейчас я вам просто спою это с ритмом. Весь покрытый зеленью. В океане есть. Еще разок. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Остров невезения. В океане есть. Остров невезения. В океане есть. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Ну и дальше еще поется на этих же аккордах. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают дела. И вот дальше идет модуляция. Ну вообще там идут, значит, модуляция идет с третьего куплета со слов, что они не делают. То есть мы повышаем тон, меняем аккорды, грубо говоря. Вот. Я так послушал, аккорды там меняются все-таки на тон все время. Шаг, скачок на тон идет. Здесь нам нужно будет зажать баре на втором, пятую, четвертую на четвертом. То есть это будет на тон, это у нас будет фазис минор, F, M, D, S. Что они не делают? Вот такую аккорду. Дальше H, M, D, S. Баре на четвертом, четвертая, вторая на шестом. Не идут дела, видно в понедельниках. Мама родила, опять F, M, D, S. Потом F, диез просто, мажор, добавляем третью струну к этому аккорду. Видно, что они не делают. Потом АШМ, баре на втором, вторая на третьем, четвертая, третья на четвертом. Идут дела, видно. Потом АШМ диез, в понедельник их. Потом, значит, СМ диез, мама родила. Вот, ну немножко слова я там напутал. Сейчас еще вам покажу аккордики. Значит, что они не делают, FM диез. CM диез это называется. Баре на четвертом, четвертая, вторая на шестом. И идут дела. Опять CM диез. Видно в понедельник. До мажор диез. До мажор диез. В понедельник, потом опять FM диез. Мама родила, потом F диез, просто мажорный. Видно в понедельник их, потом АШМ, мама родила, что они не делают. ФМДС, ЦМДС, не идут дела. Ну и здесь же, вроде не бездельники, не могли бы жить. Мы бы понедельники взять и отменить. Мы бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники, не могли бы жить. И потом опять, значит, следующие два куплета мы поднимаемся уже на четвертый лад. То есть абсолютно те же аккорды играем, как со второго лада баре, только с четвертого. Значит, здесь четвертый, это GM диез, потом D диез, ре мажор, потом опять GM диез, потом G диез, потом CM диез. И так далее. Вот. Ну, самое главное, что, конечно, в модуляцию не обязательно играть. Вот. Главное, что вы запомнили вот эти аккорды. И запомнили ритм боссановый. Очень интересно, я думаю, вам понравится в игре. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Вот такой получается ритм. Вот. Ну, такая песня. Вот, получилось всего много. Ну, я думаю, то, что вам понравится, вы выучите. Вот самое главное, конечно, ритм. Вот. Модуляция – это тоже несложно. Как вы заметили, одни и те же аккорды играются. Просто мы все меняем лады и меняем. А аккорды те же самые. Минорное баре, потом вот это баре, это и это. И опять. Грубо говоря, эта песня играется на четырех аккордах. Вот.
вот этот, такой же мажорный, потом вот этот и вот этот, 4 аккорда. Вот. А лады уже любые, можно делать модуляцию, например, не на 2 лада передвигать, а только на лад, ну и так далее. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.